Наши мирами мировые у Господа просим.
наше во Господи, непостыдный, мирный, доброго ответа на страшный, суди со Христовы проси. Ой, Господи! Ой, не вери, причастий святого духа и прошиши, сами себе друг друга и вешего на Христу Богу предати. Неосужденно смейте призывать и Тебе, Небесного Бога Отца, и глаголати. Отче наш, и же еси на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет Thank you.
Создание Твое, бедня, черевая своего спасения и окаяния.
На Твое же бессмертное благоутробие терзая прихожу, прими вновь имени человека любчего, Господи, яко убийцы, яко разбойника, яко медаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов. Грех в земле мира и немощи человеческие, исцеляя труждающиеся и преднемеренные, к себе призывая, покоевая, не пришед и призвать все правильные, но грешные на покаяние и очистение. Вот всякие смертные плоти и духа, и научи меня совершать и святыни во страсти Твоем, якогда чистым сведением совести сны я святых Твоих час приемлю, соединюся святому телу Твоему любовь и мнению себе. Во мне же Божье пребывающее солнце и святым Твоим духом. Ей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, и да не в суд не будет причастны и причастных и животворящих тайн Твои, не жертва немощим буду, душею же и телом одежды недостойной тем причащайтесь, но дашь мне уже до конечного моего издыхания, и осужденно воспринимайте час святых Твоих Духа Святого Крещения, но будьте же вода вечного, ибо благоприятен ответ на страшном святилище Твоем. Я, когда я вас со всеми избранными Твоими общим буду, нетленных Твоих благ, я же поколу и сию пришлите, Господи, и них же препрославлены си во веки, аминь. Господи, Боже мой, вем, як и несем достойни же, то болен, то Бог, кров, не держи храма, помушай мне, за не же весь пусть и пал сие, си, не ким уже во мне место достойно, еже поку поклониться, но як уже с высоты нас ради с мира и си себе. Смирись и ныне смирение моему, я тоже воспринимаю себе в теле яслих, ты словесный кузнещи. Сердце восприми яслих, ты словесный моя души, и воспредненное мое тело в нити. Я тоже не удостоюсь и в нити с вечеряти, согрешных и в дому сильно прокаженного, также из воли в нити и дом смиренной моя души, прокаженная и грешная, я тоже не подвину, если подобную мне больницу, и грешу, и пришедшую, и прикоснувшуюся тебе. Сдите, умилосердися, мне грешим, приходящим и прикасающимся. Я уже не возгнушался, если сверных я после нечистых целующихся. Не же моих возмужайся, сверных, он и после нечистых. Не же мерзких моих и нечистых устен, и сверного и нечистейшего моего языка. Но да будем и уголь пресвятаго Твоего тела, и чувствуя Твоя кровь, и восхищение, и просвещение, и здравие, смирение моей души и телу, в облегчении тяжести многих моих согрешений, в соблюдении от всякого дьявольского действия, в отгнание и возбранение славы моего и лукавства мыча, умышление страстей, в осмотрении заповедей Твоих, во приложении Божественного Твоей благодати и Твоего Царствия присвоения. Небо, яко презираю, прихожу к смерти все Божие, но яко терзаю на неизвеченный Твой благость и коненном ноте. Удаляйся общение Твоего от мысленного Бога, с вероблаген буду. Тем же молюсь Тебе, яко единицы и свят Владыка, освятимое Божие тело, ум и сердце, чревеса и утроды и псевдоми обнови, и вкорени страх Твоего тесерми, и освящение Твое неотъедимо от меня сотвори, и будьте мне помощник и заступник, управляя, видя живот, Твой сподобляя меня, я тесной Тебе. Предстояние со святыми Твоими молитвами, и моление причисти Твоей Матери Небесчественных Твоих служителей. Слава Боже, Тебе мою преступницу. Благослови меня, мои голосовые, Господи Христа. Христос, Сын Бога Живаго, прежде мир грешный, спаситель, верующий в нас, еще верою, якости и сам причистое тело Твое,
и сияя солнечная кровь Твоя, молюсь об Тебе, помилуй меня, и прости мне прегрешение мое вольное и невольное, еже словом, еже делом, еже ведением и неведением. И исподоби меня неосужденно, причаститесь, причистой Твоей тайс, во оставление грехов моих и в жизнь вечную. Аминь. Вечере Твоя тайна, если не Божий причастника, и причастницу меня прими. Небо врагом Твоим тайну повен, и лобзание Тебя мне поюза, благоразбойники исповедуют Тебя, помяни меня, Господи, во царстве Твоем. Занесу мне в осуждение, по Тебе причащение и стыд Твоих тайн, Господи, но исцеление души и тела. Аминь. Thank you.
Преподобные, особенно этот день,
благословляет преподобного Серафима. Нас тоже юбилейный год. Это еще лет со дня прославления равноапостольного князя Владимира. И мы особенно тоже молились и прославляли нашего предка, равноапостольного великого князя Владимира, который крестился по примеру своей бабушки и потом же крестил весь русский народ, в том числе всех нас, можно сказать. День прославления преподобного Серафима Саровского в 1903 году проповедовал священномученик Иоанн Восторгов. И он задал вопрос, почему же нужно пребывание праведных среди людей, среди народа. Он же отвечает, это потому что преподобные, праведные люди, святые люди, они являются показателями и свидетелями духовной жизни и духовного роста народа. Они свидетельствуют о том, что народ Божий жив, он не мертвый. И этот народ Божий, который жил и ходил преподобному Серафиму Саровскому, этот же народ Божий прославил преподобного более 100 лет тому назад. Этот же народ Божий и мы с вами. И мы объединяемся вокруг наших святых, под покровом преподобных, святых жен, мужей и всех святых небесных, особенно сегодня под покровом нашего крестителя, князя Владимира и Серафима Саровского. Многие приходили к преподобному, и он безвозмездно, жертвенно служил с любовью людям и Богу. Это даже и садило из уст его, приветствуя всех посетителей, он говорил: «Радость моя, Христос воскресе, Господь с тобой». Это слово радости, слово любви было у него в сердце, на уме. Он этим жил, подвязался и стремился к Богу. Совершая наш новый праздник, мы вспоминаем и прошлые праздники. Вспоминаем наших пастырей, которые служили с нами, священнослужителей и добрых прихожан. И мы радуемся, что у нас есть такая добрая память, что у нас есть добрые примеры, не только святые, но и людей среди нас. И празднуя уже 1000 лет крещение Руси, не стоит 12 лет со дня прославления преподобного Серафима, мы должны задуматься и спросить себя, а что будут говорить про нас через 100 лет, через 1000 лет, если Господь благословит, но скажем хотя бы через 10 лет, что будут говорить про нас, какие мы были. Мы радовались, общались, приходили в церковь и молились. И скажут, да, там были добрые люди, был храм Божий, приходили и уходили. Хотим ли мы какую память составить? Я думаю, что нет. Как я сказал, священномученик Иоанн говорил, что нам нужны праведные люди, чтобы доказать духовный рост всех нас. Мы далеко не святые, не праведные, но мы должны стремиться к Богу, иметь этот идеал, жить, как повелел Бог,
жить по заповедям. Если через 10 лет, и даже 100 лет скажут, что да, там, в этом храме, в Сиклифе, были верующие люди, это уже совсем другая и достойная память у всех нас. Так же, как поминает преподобного Серафима, то, что он всех принимал с радостью и наставлял, и своей любовью покрывал множество грехов, исцелял даже людей. Господь даровал ему дар исцеления. Будем ли мы подражать этому примеру любви, любить прежде всего Бога, любить ближнего своего и любить врагов наших. Это подвиг, но это жизнь во Христе. Это та жизнь, которую нам дал наш князь Владимир. Жизнь подвига. Христианство, православие – это подвиг. Там у нас много постов, поклоны, молитвы, послушаний, заповедей. Ну, в конечном итоге радость все покрывает, и мы идем к радости, к вечному блаженству. И у нас пример опять же наш небесный покровитель, преподобный Серафим, который принял от князя Владимира этот пример. Веровать Богу и служить людям. Это все, что нам сейчас не хватает. Мы служим только себя, а не думаем о ближнего. Думаем, как мне лучше жить, что я должен делать для себя. А здесь надо вспомнить, какую память мы хотим оставить о себе. И вспомнить очень просто, как заповедует нам Господь Бог жить по заповедям. Любовь даже может разумить грешников. Любовь может разумить тех, которые ушли от пути православия, от пути христианства. И наш пример жизненный, наша любовь может их привлечь и вернуть в лоно Христовой Церкви. И вот после смерти праведника, после смерти живых, вот мы празднуем смерть князя Владимира, тысячу лет, празднуем прославление преподобного Серафима. Он умер более почти 200 лет тому назад, но память их жива. Они достигли это великое примирение с Богом, и Бог их прославил. И действительно, они не мертвые, а живые с нами. И будем же и мы с вами, мы, этот народ Божий, который здесь сейчас стоит, молится, не мертвые, а живые во Христе, живые с преподобным нашим, живые с нашим святым, с нашим крестными родителями князя Владимира и царицей Еленой Ольги. Да поможет нам Господь Бог действительно это помнять и подвязаться в любви, в радости для Бога, для ближнего своего и для своих врагов. Потому что этот путь, это путь истинный, путь православный, путь христианский. Имея любовь, можно спасти всех вокруг себя. Да поможет нам Господь Бог и преподобный Серафим также подвязаться, это понять и с любовью приступать каждый день в нашей жизни. Аминь. Благословение Господне на вас, благодатью и человеколюбие, всегда ныне и присно, и во веки веков. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, 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 Господи, помил
славных и всепалима полоства преподобных и богоносных одес наших, и живого святого царского Иоанна, архиепископа Константина Града Златоустого, преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского Чудотворца, святого равноапостольного великого князя Владимира и блаженные княгини Российские Войки, святых новомучеников и исповедников Церкви Российской, а и всех святых земли российских, просиявших, святых и праведных, Бога, Отец, и Кнемарян, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Всегда ныне и присно, и во веки веков.